Паша это история. Догфайт не выдержал. Да чё так? Вообще дебил что ли? Да ну, ночь девается. Глаза ломать. У тебя ж ПН выход, там. Да ну там это вообще жопа, отсвечивает от земли так. КЗ своих двоих на ходовых фабрик. Да, по-моему, кстати. А может даже больше. Нет, я просто, я в рулеточку схожу. Темно. Ночь. Улица, фонарь. А чё ночной-то включить? Кто? Прайс на меня где все? Я не видел, что думал, ты сбил прайс почему-то, когда над городом пролетели, прайс потерял почему-то. А потом как-то смотрю на карте, что две метки там за картой летают. Скорее всего. Еще ворона бахнут, ну и став. У меня прайсуха вообще в космосе летает. Да, красный хорошо зашли. У меня только беттер. Слушай, а здесь ночь, кстати, хорошая. Все равно лагает. Не знаю, что с этим коробком. Напрочь. Бэттер чуть слышал, что ли? Азарт как ловко выяснил, где вор. А, не, понял. Да. Ну, ворон... Я умер. Да. Слово крабов. Я вижу там, где мост, да? Я из-под моста так вылез и прям... Ну, считай, в бочину, получается.
В левую, твой левый центр. А что с ним там подборешь? Видите, там без будущего. Видишь, что ты два раза смотришь, как вот прям на этом прицеле. А чё у меня две смерти, я не понял. Что ты там сделал, Паша? Офигеть. Это вместе с техникой. Я аж три своих. Это то, что техника у тебя уничтожилась ещё. Плюсом-то.